Я поздравляю вас с Днем города, всех, и с открытием нового зала, великолепный зал. Я думаю, что здесь, вот через этот зал, наверное, 1000-1500 людей будут проходить, тренироваться, улучшать свое качество жизни. Я думаю, что будут чемпионы в этом, из этого зала будут выходить и чемпионы, которые будут выступать и занимать места на чемпионатах России, Европы, мира. Знаете, каждый раз, когда я вижу, когда открываются такие залы, это сродни подвигу в наше-то время. И я знаю, что раз мы открываем такие залы, раз у нас есть люди, значит, у нас с вами есть будущее. Я вас поздравляю и желаю системно заниматься, потому что мы формируем личность. Не великие достижения спортивные, а прежде всего личность, которая готова к любым сложностям в жизни. ОС! Слово предоставляется главе поселения Московский Владимиру Юрьевичу. Добрый день, дорогие друзья, мальчишки, девчонки, родители, тренеры, специалисты, гости. Я не знаю, вот сложно, трудно выразить. Никогда, в принципе, волновался, когда выходил на спортивные площадки. Но вот в такие моменты, когда здесь, сегодня у нас в Московском, мы с вами растем, да, определенные трудности, но благодаря замечательным людям у нас сегодня появляется такая площадка. Елена Игоревна, вам огромное спасибо от жителей Московского. Никогда не думал, что мы с вами станем спортсменами. То, что мы с вами партнеры, друзья, товарищи, работаем во благо нашего Московского, но то, что вы сделаете, ну, для меня лично это подарок. Мне трудно говорить, но я восхищаюсь. Пускай так, но это уже хорошо, это уже отлично. Самое главное. Чемпион мира сенсей Александр Евгеньевич Риоренко. Мы очень рады открыть наш зал в таком хорошем месте. Мы очень рады, что нам помогает администрация. Это дорогого стоит. И когда идет совместная работа, вы увидите, что наши ребята будут очень стараться. И это, если будет взаимно, то они еще больше будут выкладываться. Мы сегодня собрали весь наш бранч, так называемый, если вы понимаете, что это. Это все наши клубы. И мы хотим поблагодарить родителей, всех наших учеников за то, что вы поддержали, за то, что мы все вместе. И вы показываете своим примером, что мы по-настоящему едины. То, что мы и прививаем нашим детям. Потому что, вот как сказали ранее, спортсменами не все могут стать. Но главное, чтобы мы были хорошими людьми, и мы были дружные, и мы друг другу помогали. И для нас самая первая задача, это чтобы вы нам сказали спасибо за воспитание. Потому что это наша первая задача. Я не зря нахожусь в кимоно. Сейчас мы покажем показательное выступление. Все, кто репетировал, ребята, мы должны будем построиться. А кто просто в кимоно...